Привет, друзья, с вами Кик. Я это надел для того, чтобы звук был более чистым. Посмотрим, что будет. Сегодня будет видео касательно стейблкоина от Facebook. Вообще, стейблкоин от private сектора. Смотрите, цель private сектора это в чем? Поскольку private сектор это компании, у них единственная цель заработать больше. И у компании вообще два варианта зарабатывать деньги. Да? Это первое – продавать что-то, это продукт или сервис. Второе – это когда вам ничего не продают, для вас бесплатно, значит, это вы продукт, которого продают. Итак, Facebook Coin. Facebook – компания, работает и зарабатывает на advertising business, рекламных бизнесах. И в рекламном бизнесе самое главное – это максимально узнать о потребителе, чтобы знать, что ему предложить, что он более вероятно, что ему заинтересует и ему купит. Итак, для того, чтобы узнать более конкретно, кто ты, и потом вот эту всю информацию продать рекламодателям, Facebook очень много этапов прошла. Если кто-то помнит, кажется, 2 года назад была, нет, больше, проблема, что Facebook хотела доступ к search history вашего браузера, и в конце оно получило search history к вашему браузеру и к всем куки, чтобы более конкретно понять, чем вы интересуетесь, какие сайты открываете, кроме Фейсбука, потому что в Фейсбуке, да, он знает, какие страницы вы сделали лайк, кому вы следуете, что вы смотрите, он все это знает. Но кроме Фейсбука, куда вы тратите свое время, что вы смотрите на YouTube, что вы смотрите на Amazon или eBay, что вы читаете. Вот все это было недоступно для Фейсбука. Вот поэтому компания решила, что нужно этот вопрос решить. И они решили. У них есть доступ ко всей истории вашего браузера. Если вы пользуетесь Фейсбук хоть один раз, вы зарегистрировались, сделали логин, все. Фейсбук имеет право к полному доступу вашей истории. Но это не решает всю проблему. Самая большая проблема вообще, смотрите, в транзакциях есть момент, от которого, после чего теряется контроль, знание. Я перевел деньги тебе с помощью WebMoney. WebMoney и контрольный офис, кто следит за транзакциями, кому нужно, он знает, что я перевел деньги тебе. Но как только ты сделал кэш-аут, перевел на свою карту, это тоже они знают, но после карты ты вывел уже кэш, все, теряется та информация, куда ты потратил этот кэш. Ты купил продукты в супермаркете или ты купил ботинки, что ты купил, куда ты потратил эти деньги. Вот эта часть огромная, потеря информации, той информации, которая... суммарно добавляя к остальному информацию, можно продать рекламодателю. Электронный доллар. Facebook Coin – это просто электронный доллар от приватного сектора, большого игрока в этом приватном секторе, бизнес которого держится на advertising, рекламном направлении. Так вот, Facebook Coin что будет? Когда ты получаешь Facebook Coin, Facebook знает, эти деньги от Facebook пошли к тебе. Ты потом пошел в другой сайт, скажем, в Amazon. Или эти деньги ты отправил на свою карту. Пошел в супермаркет. Ты не можешь вывести, это не кэш. Ты не сможешь Facebook Coin вывести. Ты в супермаркете можешь потратить, купить что-нибудь. Потом этот супермаркет, вот эти деньги суммарно, да, они возьмут свою прибыль, некоторую часть отправят в налоги, дадут своим работникам деньги в конце месяца. Вот
И эти работники, и люди из прибыли, которые взяли прибыль, они снова пойдут и купят что-то, потратят этот Facebook Coin. Так вот, появление приватного сектора своих денег дает им полную историю и полный все время контроль, где эти деньги, какие пути они пришли, кто что купил, когда, где. То есть это дата-база данных, которая, скажем, у Facebook до этого было как? Твоя активность в Facebook и в других соцсетях компании, как и Instagram или WhatsApp. Активность твоей search history браузера. И, по сути, все, да? А тут они получат огромнейший кусок. Это самый большой кусок. Это ни с чем не сравнится. Путь их денег. Кто что покупал, когда, где, сколько. Все. И эта база только будет добавляться. Поскольку деньги, неважно, куда идут, они тоже... Ты купил что-то у меня, я купил что-то у кого-то. И вот так все время. Эта база будет все время добавляться. И это будет real time, по сути. И такая база данных полностью уже создает рекламный пакет информации, которая просто супер для бизнеса, который продает тебя. Так что... Появление электронного доллара в первом приватном секторе, в первом у тех, кто занимается рекламным бизнесом, это уже понятно почему. Так что Facebook Coin это ничто больше, чем просто деньги, доллары приватного сектора, которые могут служить и как информация для этого же private сектора. Ждите такие же коины от других больших игроков. Конечно же. Если вам такая правильная информация интересна, подписывайтесь на мою группу в Телеграме. Там вы узнаете еще много хорошей, нужной инфы касательно, куда инвестировать, какие монеты покупать, где фундамент для их роста и в каком промежутке. Спасибо всем. Увидимся.